Всем привет! Сегодня я буду печь банана кейк. Первый раз этот пирог мы попробовали пару недель назад. Неделю назад, когда у нас были друзья с Калифорнии. Всем очень понравилось, судя по отзывам. Вот сегодня я хочу повториться, так как у меня есть бананы, которые надо срочно использовать. И поэтому я их буду применять вот в этом пироге. Так что начнем. Значит, для начала мы будем взбивать два больших яйца. Вот они у нас, два яйца. Взбиваем яйца и 3/4 кап обычного сахара. Вот таким образом мы сейчас будем все это взбивать. А также сюда мы добавляем 1/4 капа коричневого сахара. И продолжаем взбивать. Затем мы добавляем сюда ложечку бейкинг-сода. Мы используем вот такой вот бейкинг-паудер, вернее. Я использовала одну ложечку. И ложечку ванильного экстракта. И продолжаем перемешивать. Чем мне нравится этот рецепт, это тем, что здесь присутствует сметана. Добавляем 2 ложечки сметаны. Вот в чем секрет. Потому что если готовить этот пирог без сметаны, то тесто получается довольно суховатым. Поэтому мы добавляем сюда 2 ложечки сметаны и продолжаем взбивать. Следок мы добавляем сюда наши спелые, переспелые бананы. По рецепту надо их где-то штуки 3 добавить, но у меня где-то 4,5 здесь. И продолжаем. После того, как мы все перемешали в однородную массу, я беру вот такую вот форму. Смазываю слегка спреем и перемещаю всю массу, которую мы взбили, в эту форму. Накрываю фольгой. Духовка у меня разогрета на 350 градусов по Фаренгейту. И, значит, я отправляю эту форму с этой массой в духовку на 50 минут.